Всем привет! Рассмотрим гитарную педаль Behringer OD400 Overdrive. В данном видео мы используем гитару Fender Stratocaster, комбо Bugera 333XL и снимаем звук микрофоном Shure SM57. Давайте рассмотрим педаль. На передней панели располагается регулятор громкости, регулятор тембра и регулятор уровня перегруза. Выход для подключения к комбику, вход для подключения блока питания и вход для подключения гитары. Давайте послушаем чистый звук комбика. И теперь с педалью.